Новый год в золотом ключике. Да, вы все правильно поняли. Настало то самое время, когда уже можно задуматься о том, как будет выглядеть ваш дом или главное семейное дерево с иголками на этот Новый год. А здесь включаемся мы. Детский магазин «Золотой ключик» с радостью готов предложить вам отличный новогодний ассортимент, начиная от елочных игрушек и заканчивая украшениями в целом для всего дома. Расскажем чуть подробнее. Новогодние красавицы. К слову, у нас очень хороший выбор. Начиная от заснеженных, как вы видите, они есть маленького или большого размера. Также есть классические модели, обычные, ну или, к примеру, с белыми кончиками. По размерам тоже маленькие, средние, большие. Ну и, конечно же, хит каждого сезона – литые елки. Они выглядят как настоящие. И по размерам тоже есть из чего выбрать. Когда выбрали елку, ее нужно украсить. Дальше берем гирлянду. В наше время их придумали такое количество, что можно выбрать на любой вкус или цвет. Дальше берем елочные игрушки, выбираем свой дизайн, подбираем свой набор, как вы хотите, чтобы выглядела ваша елка или какая была атмосфера в доме. Под деревом нужно сделать уютное место, куда мы потом будем складывать подарки. Ну и, конечно же, куда без Деда Мороза и Снегурочки. К слову, для декора у нас тоже очень много разных фигур. И, конечно же, добавляем в дом новогоднего шарма. А для этого нужен классный новогодний светильник. Все это и многое другое, например, проекторы, которые можно ставить на улице или в доме, они очень понравятся детям, уже есть в продаже в нашем магазине в «Золотом ключике». Продумывайте свой Новый год заранее, не откладывайте все на потом. А мы ждем вас в гости. Пока!